Да. Я не знаю, у кого какие метры, но сегодня мы на этих апартаментах. Я записал только что неплохие куплеты. Надеюсь, они когда-нибудь будут заметны. Надеюсь, они будут держать теплее тебя. И, может быть, терпеть меня не было зря. Заряд, который я передаю своей рифмы, заря наступает, и стих мой. Никогда не переставал, я исполнял вокал, я словами играл, я сюда записал. Что-то актуальное, нормальное, почти паранормальное. С парой парней мы сегодня тусовали, зажигали. Номер следующий исполняли, альбом выпускали. Вот пришла Наташа, она тоже участвовала. Этот парень тоже сказал одну фразу. Было все забавно, на грани фантазии, только надо раскидать потом по своим паттернам. Всю ситуацию, все моменты, мы говорили ей весь вечер комплименты. А, кстати, вчера ко мне переехала Вероника. Она сказала, что готова вела себя тихо. Она впала в депрессию, наверное, после того, как ее увидела. После того, как мы снимали новое видео, может, грустно, когда пиво разливается, бокал наполняется, ситуация накаляется. У кого-то постоянно беда. Но это ерунда, не знакома нам, мы с подругой тусуемся всегда. У нас же прикольно, вот прикольный пацан. Я рад вам исполнять, записывать. Инструментал играл. Я следующий альбом собирал. Не этот облом меня не ожидал. Когда-нибудь я смогу чего-то добиться, стать страницей этой истории, если получится. Может быть, потом. Главное отстраниться. Главное даже тусоваться. Я готов рассчитаться, эту читку исполнять всегда готов. Мне всегда хватит слов, у меня всегда хороший улов. Мне нравится музон, я с ним в унисон. Кстати, сука, меня зовут Родион. Кто-то говорит, что я сука. Но я развожу их номер. Вода, кабаку, сука. Все, Лева, Ян, мы всегда будем живы. Мы всегда будем живы. Мы всегда будем живы. Давай, песню споем. Есть тема. Мы всегда будем живы. Мы всегда будем живы. Фак, не я. А на стойке, да как на стойке.